когда я вижу эти развалины. Нет, напоминает мой родной город. И мне сейчас иногда даже стыдно бывает за то, что ну вот мне как-то хорошо, а кто-то в это время страдает. Донецк – это наш дом. И мы туда обязательно вернемся, когда там восстановится мир. Меня зовут Людмила. Мы, как переселенцы, переехали из Донецка в Краматорск в марте прошлого года. На самом деле в городе очень страшно. Летают снаряды, и дети начали различать уже, какие снаряды летают. Ты там понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Когда мы жили в Донецке, я ухаживала за садом, то есть я садовник. Когда мы переехали сюда, мы решили заняться выращиванием клубники. Но условия не подошли, этот бизнес не развился, и мы тогда начали искать какие-то дополнительные возможности для того, чтобы заниматься чем-то еще. Идея варить сыры появилась, в общем-то, от наших друзей. Делаю сыр вместе с моим мужем Владимиром и братом Сергеем. Мне нравится в работе с семьей то, что мы взаимодополняемые. Владимир у нас вдохновитель. Вот, когда вот наш корабль качает, он всегда держит несгибаемый курс. Сергей спокойный, он очень много знает, умеет, у него большое количество наработок, связанных с бизнесом, с продажами, с договоренностями. Наша фирма называется «Скажи чиз», потому что это очень оптимистичное название. Этот бизнес дал нам возможность жить, жить достойно, реализовать себя в виде вот продукта, который мы делаем, и приносить пользу этим продуктам. Мне когда-то очень понравилась фраза, что сыр является продолжением жизни молока. То есть молоко скисает очень быстро, а сыр может длиться годами, и чем дольше он хранится, тем это, ну, лучше. Есть определенный космический закон, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Вот на данный момент у нас внутренняя потребность отдавать сейчас, чем больше отдавать, чем получать. То есть я верю в то, что чем позитивней мой внутренний мир, чем с большей радостью, любовью, состраданием, сорадостью я отдаю, это способствует общему миру на планете. Если находиться в постоянном состоянии страха, то можно просто умереть. А когда мы начали делать сыр, мы поняли, что мы можем этим служить Украине. Делая хороший натуральный продукт, это и есть вот наша форма построения новой Украины. Я очень верю в будущее. И эта вера дает силы идти.